Всем большой привет! Сегодня будем готовить очень красивую, необычную яичницу в духовке. Внешне она напоминает пышные облака с ярким солнышком посередине. На вкус невероятно нежная и воздушная, просто тает во рту. Сразу подготавливаем противень. Застилаем его бумагой для выпечки и смазываем подсолнечным маслом в тех местах, где будут яйца. Следующий шаг – отделяем белки от желтков. Каждый желток помещаем в отдельную емкость, а все белки выливаем в подготовленную миску. А в белки добавляем соль и взбиваем их блендером, начиная с минимальной скорости, постепенно переходя на максимальную. Должна получиться устойчивая пышная пена. Хорошо взбитые белки набираем сухой ложкой и выкладываем на противень. При этом делим их примерно на равные части, в зависимости от количества взятых яиц. Придаем желаемую форму. Посередине каждого белкового облака делаем небольшое углубление и отправляем наши белки в заранее нагретую до 150 градусов духовку на 4-5 минут. Затем достаем их и в каждое углубление аккуратно выливаем желток. Возвращаем яйца в духовку и продолжаем запекать еще 3-5 минут, в зависимости от того, какую консистенцию желтка вы хотите получить. Всем привет! Сегодня будем готовить быстрый и оригинальный завтрак — яичница в сосиске. Для приготовления нам понадобится 3 яйца, 3 длинные сосиски, немного подсолнечного масла, соль, перец по вкусу. Сосиски освобождаем от оболочки, кладем между деревянными палочками для суши и делаем небольшие надрезы. Палочки нам нужны для того, чтобы не разрезать сосиску до конца. Затем сгибаем сосиску и фиксируем края зубочисткой. Эту процедуру проделываем со всеми сосисками. На разогретую сковороду выливаем немного масла и пару минут поджариваем сосиску с одной стороны. Затем разбиваем яйца и выливаем их желтком по центру сосисок. Солим, накрываем крышкой и жарим до готовности яиц. При подаче оформляем блюдо настолько, насколько вам позволяет ваша фантазия.